Як? Ну, это вот, да, Як-130. Идем дальше. Тут у нас вон вертолеты слева. Ну, тут все эксперты. Справа. А это вон кабина Ил-86. О, прикольно. Это у нас Як-23. Правда, наверное, немножко плохо видно. Вот. Дальше. У нас Як-25. Ну, блин, плохо видно. А вон вертушка. Желтая. Вот эти колеса. Воу. Видишь? Угу. Это у нас кабина, кабина Ил-86. Возможно, его тут соберут, этот Ил-86. Но это вот пока только кабина. Да я уже его снимал, этот Як-25. А, это другой Як-25. Вот такой вот у нас Ил-86. По крайней мере, кабина. Вот. Тут у нас дальше. А это вот Як-27. А, ты вот про этот, что ли, Ту-95? Наверное. Вот этот, который... Ту-95, да? Ну, вроде да. Это с той стороны будет. Так он же оттуда. А это вот что такое, вот это вот сеточ. Сетчатый какой-то самолет. Где? Да вон стоит. Это локатор. А. Так, Як-27Р. Боже, сколько тут этих... Да. Сколько тут этих истребителей. Так, это у нас... Там Як стоял, да? Як-28. Да, Як-28. Чего только тут не стоит. Это Як-38. Ой, Як-30. 36. Да. Это у нас... Вот эти вот два самолета, видимо, одинаковые. 5-5. Да-да, это два одинаковых самолета, просто у одного сложено крыло, а у другого нет. Да, это вот одинаковые они два. Просто у одного показано, что сложены крылья, а у другого нет. Они вертикально взлеты, посадки. Да, вертикально взлеты, посадки. Вертикально, как вертолет поднимают. Да ну. Над палубой. Да. А, то есть их ставишь на хвост, они взлетают? Никуда их не ставят. Вот они как стоят вот так вот. И это самое, поднимаются вот так вот. И потом улетают на палубу. Вот там у них двигатели внизу тоже. Вертикально. Прикольно. Тут у нас вертолеты еще. Кстати, я не знаю, что там затерялся головной обтекатель. Какого-то Су-27. Или что-то подобное. Угу. Это у нас тут прям целое семейство этих самолетиков. Так, пока тут вроде ничего интересного нету. Ну, вот я сразу вижу Ил-76. Я вот этих на вертолетах. Да. Итак, у нас тут есть что есть. Есть вот такой вот Л-29. Это такой учебно-тренировочный. Да. Так, это у нас что-то. Это, с чем-то? Туда, да, сейчас пока направо. Крыло. Да-да. Прыгает. Так. Направо, налево. О, там тут. Там Ил-62 вроде стоит. Ну там Ан-12, 24, 22. Я вижу.
БМТ, БМП, танки и десант. Ан-12, военно-транспортный самолет, он такой. Ан-24. Самый-самый правый, да? Это вот Ан-24. Ан-24 это в середине? Да, это вот Ан-22. А это Ан-22 вот это. Ан-22, Ан-3. Тяжелый военно-транспортный самолет. Это просто транспортный самолет, это военно-транспортный самолет. А это что такое не написано? Это Л-29, это самый, МиГ-29. Ну это да, а то задний нет. А тот этот ракетоносец, вот этот как Ту-95. Пойдем дальше. А это вот Ил-76. Да я знаю, что Ил-76. Но это вот, это, видимо, после Советского Союза еще не дореставрировали его. Большинство самолетов сейчас... Сейчас летают. Да я знаю. Но я имею в виду, что во время Советского Союза, когда был распад, тут вообще чем только не занимались с этими самолетами. Там и всякие детали крали. А вон какой самолет, амфибия, смотри, вон сзади. За этим. Ну, вот я говорю, это не за самолет какой-то. Это тот, который на воду садился. Так он даже без крыльев. Ну, видимо, там у него как-то выходят крылья где-то. Высотный самолет. Так, это у нас М-17. Такой вот. Так, это у нас Ил-76. Ну, такой. И вот впереди столько колес. Сзади еще куча колес. Короче. Дальше у нас Ил-62. Стоп, это Ту. А, тьфу, это вон там Ил-62. Это Ту. Какой-то. Сейчас посмотрим, какой Ту. А, тут не написано. А вот это уже злобство. Там вон сзади еще самолет. Смотри, вот самолет там. На воду прям садится брюхом. Колеса есть, когда убирать вверх. То есть даже если волна, она все равно не захлестывает. Слушай, рассказывай. Или в корабле какой-то. Чтобы забрать, что-то надо отдать. Либо что-то загрузить. Спокойненько разворачивается, взлетается. Либо... Это у нас, по-моему, Ту какой-то. Ту. Ну, в общем, это тушка какая-то. Там вон сзади еще куча самолетов. Вон на тот можно заходить, там вон трап и написано на нем Монина. Слушай, рассказывай. Давай. А вон Як-40. Да я про Як-40. Пока я тут иду. Дальше у нас вот такие вот самолеты. Дальше вон там Як-40 у нас. Региональный самолет. Як-40. Иди вот за ним, слушай, что дядька говорит. Да тихо, потом снимай. Тихо. Не толкай меня. Какие-то еще самолеты. Он сейчас будет рассказывать, а ты не слышишь. Иди ближе. Понял.
Ту-144. Еще какой-то. МиГ-29К. Ту-141, беспилотный самолет-разведчик. Стриж. Тут у нас лапать, по-моему, это... Это ИПОС, аналог экспериментального оперативного... Аналог эксперимента базируемого орбитального самолета. Изделие 105-11. Ляпать такой, лапать. Ну, что-то... Но это не сказать, что это буран, это мини-буран. Вот. Ну, короче, раньше туда можно было в тушку заходить, а сейчас нельзя. Пошли дальше смотреть. Пошли дальше смотреть. Что еще тут есть? Вон МиГ-31. Да вижу. Перехватчик. Ну жалко, жалко. Кстати. Ну вот раньше в него можно было заходить. Вот сейчас видишь, экспонат на реставрацию. Проход запрещен. А раньше можно было. Вот.
пассажирский самолет. 2500 скорость, а у сотки 3200. 1968 года. Ну, потому что это пассажирский все-таки. Ну, да, да. Ну вот. Турбореактивный двигатель НК-144. Тяга двигателя. КН. Экипаж. Видишь, тяга в чем? В килоньютонах. Или в килограммах. Вот килоньютонов 169, а 16560 килограмм. Это килограмм. Ну, а вообще говорят килограмм сил. Или килограмм просто. Экипаж. Пойдем дальше. 4 человека. Взлетная масса 27. Прикольно. Ну, идем дальше. Ну, а это вот штурмовик Су-25. Они до сих пор летают. Это вообще такая рабочая лошадка. Мы, они, кстати, на параде летают, вот, когда там, там огоньки всякие. Вот если присмотреться, то Ту-144 немножко там у него задние колеса приупали. Ну, не приупали, а имеется в виду, я имею в виду, что они чуть-чуть вниз. Они уровнем ниже задней стойки, чем передние. У него скамеечка есть, можно посидеть. Да. 59-й год. Ой. Там вон колеса лежат. Чего они лежат? Кстати. А ничего, что на том вот самолете вместо заднего колеса там шина просто лежит. Это... Вон, смотри, в камеру. Ну, вот это вот. Там... Где? Рукой покажи. Ну, вон. А, да, это запасные там поставили их там. Да нет, там нету, там нету правого колеса заднего самого. О, а это что такое? Это какой-то переделанный. А, ну это да, это такой же, это Су-26, Су-7Л. Ну это, короче, такой же, как тот, только у него лыжи вместо колес. Колес на лыжном шасси. Видишь, экспериментальный самолет. А это вот тоже два одинаковых, видишь? Что это, что это вот? И все это Су-7БКЛ. И вот они тут три штуки стоят. Три штуки их стоят, видишь? Смотри, три штуки их тут стоят. Одинаковых. Тут Су-17М3 тоже Су-17М3 или МЗ, наверное, МЗ или М3, ну, короче, без понятия. И вот они тут два стоят. Су-9, истребитель-перехватчик. Так вот, такие вот у нас тут дела. Ничего не могу сказать. Но прикольно. Так, дальше у нас идет Су-11. Такое. Ну и тут уже вот что-то... Ну это вот М3 как раз. У нее что там, задняя стойка сломалась? А, нет, она есть. Ну, вот это, конечно, громадина. Это вот особенно М50.
Идем дальше. Так, это Су-11 я снял. Су-15. Да, но это уже что-то более серьезное. Это Су-15. Тут слева у нас. И-29. Тут у нас справа тоже. Тут у нас Т-6-1. Во, Су-35. А это, видать, Су-33, да? А, Су-27. Ну, это вот... Конечно, одинаковые. Что Су-25, что Су-30. Су-35 и Су-27. Кстати. А, это тушка, блин, так вылетает. Я подумал, это там буран куда-то прикрепили. Так. Дальше у нас идет Су-24. Итак, мы вышли с музея. Идем, бредем, куда глаза глядят. А если быть точным, то мы идем, бредем до вокзала, а потом с вокзала до дома. Итак, мы сели в поезд, вот начинаем ехать. Да, у нас левая платформа, вот смотрите. Все, мы зашли на платформу. Вот. Сейчас остановка. Ну и мы пока ждем. Мы в трамвае.